На палочках из трех цветов. У нас будет фиолетовый, прозрачная карамелька потом станет беленькой, и вот такая зелененькая станет салатовой. Начнем мы с салатовой карамельки. Как думаете, что нужно сделать, чтобы она стала салатовой? Поджечь? Нет. Когда мы поджигаем, мы ее просто прогреваем. Чтобы она стала салатовой, ее нужно насытить кислородом. Мы ее взбиваем, как белки. Когда мы карамельку растягиваем, другой цвет появился. Видите, она становится светлее. Цвета стают насыщенные. А если так долго-долго-долго делать, она может стать белой? Прозрачная карамелька станет белой. Какая-то магия. Можно. Пробуем. Только это все делается на горячем столе. Вау. Как прикольно. Все. Как золото похоже. Давайте быстренько пробуем, пока карамелька не остыла. Если карамелька остынет, я уже не смогу ее растянуть. Давайте быстрее. Давай, интегрируй. И мне потом дайте тепленько. Так. На столе все делаем, ага. Не поднимаем воздух. А карамель быстро застывает? Очень быстро. Дожидаем, давай. Давай, быстренько пробуем. Вау, он такой теплый. Отлично. Держите. Давай, ну, как нет? Такой стеклянный. Можем оставить такой цвет, можем сделать посветлее. Давайте посветлее. Да, посветлее. Когда карамелька вытянута, она сжимается. Сейчас сами увидите. Мы ее тянем, насыщаем кислородом. Происходит так называемый процесс взбивания. Если вы белки взбивали когда-то? Да, взбивал. Вот. Такой же самый процесс. Видите, она сжимается назад. Это значит, карамелька готова, она вытянута. Вау, прикольно. С этой стороны блестит, с этой нет. Когда мы ее протираем, весь блеск исчезает. Вау. Прячем ее под форму, чтобы она у нас не остыла. А это сейчас я хочу посмотреть. Да. Она из прозрачной будет белой. Угу. Прикольно. Окей. Все по тому же принципу. Вау. Ну, светлее. Да. Чем дольше карамель взбивать, тем... Цвет ярче будет. Да. Да, вот, есть вот. Такие беленькие уже. Да. Такой оранжевый еще, да. Кажется. Тоже не бумаги. А кто знает, как сделать оранжевый цвет? Оранжевый. Это красный, желтый? Да. А чего больше? Большего желтого? Желтого, наверное, да. Правильно. А как сделать коричневый, если у нас нету коричневого красителя? Красный и зеленый. А фиолетовый? А фиолетовый, синий и розовый. А, у нас синего нету. А, тогда надо сделать... Красный и розовый? Красный и розовый. Красный и синий. И красный и синий. Фиолетовый, да. Синий и розовый. Нет. А, точно. А фиолетовый, смотрите, она белее. Так, да. Если в красный добавить немножко черного, у нас появится фиолетовый цвет. Да? Да. Прикольно. Я не знала. Я тоже не знала. Любой, у нас есть такие цвета, как желтый, зеленый, коричневый, черный, белый. Ага. И красный. У нас все натуральные красители. Прикольно. А вы сами красители туда добавляете или вам уже сразу так? Нет, нам привозят красители, но мы сами уже красим карамельку. При этом мы красим карамельку здесь, вот на гранитном столе. Вы сами можете все увидеть. Мы все заливки, которые у нас происходят, мы делаем сами.
То есть все конфетки, которые вот вы видите, это все ручная работа. Все ручная работа? Да, все ручная работа. Даже тут домик? А тут да, его делали? 7 дней. 7 дней? Ну, это еще быстро. Да. Ну так я ж не одна делала, нас много было, целая команда. Прикольно. Да. Она уже почти белая. Да. Мне кажется, была прозрачная и прозрачная. Да. Вау. Так можно и мышцы себе накачать. Да. Да, вместо фитнес-зала. А когда мы делаем заливки, у нас от 7 килограмм карамели. И вытягиваем мы ее на том большом крюке. Капец. Офигеть. Температура карамели, когда мы ее вытягиваем, где-то градусов 90. И вытягивать ее нужно очень быстро, пока она не остыла. Иначе ее потом нужно прогревать, и уже такого красивого оттенка не будет. Ну что, все цвета у нас есть. У нас есть белый, салатовый и наш фиолетовый. Теперь нам нужно распределить цвета. С какого цвета будем начинать? Давайте с белого. Да, с белого. С белого. Без проблем. Кто все за? Да, все за. Я вам сейчас даю по кусочку белого, да. И вам нужно из них сделать колбаски, раскатать. Она должна быть не сильно длинной, так но... Да, просто ну, да, раскатываем колбаски. И все? Прикольно. Смотрим. Вообще ли как дня? Да, конечно, держи. Раскатываем. Она такая тепленькая. Да. Сильно не катаем. Чем быстрее вы катаете, тем быстрее карамель остывается. Ага, да. Хорошо. Я думала, наоборот, он так не будет осевать. Смотрите, вот так вот? Чуть длиннее. Вот столько? Да. Оставляем. Вау. Так красиво выглядит. Вот столько? Да. Да. Оставлять? Вот оставляем. Так? Оставляем. Выровняем немножко. Стало побольше. Теперь ваша задача из этих двух сделать точно такие же, как и это. Они все должны быть одинаковой толщины, хорошо, одинаковой ширины. Хорошо. Хорошо. И длины. Делаем салатовые. Медленно. Давайте я вам погрею. Да. О, давайте. Ручки. Давайте. Мы прогреваем карамельку для того, чтобы она так быстро не остывала. Раскатываем. Такая тепленькая. И она вот эта вот легче намного подать. Белая карамель остывает намного быстрее. А почему? Да? Ну, такие у нее свойства. Всегда все цветные карамельки остывают не так быстро, как белые. Если, допустим, оставить одинаковые кусочки карамели белую... Вот одинаково. Да, отлично. Одинаково? Отлично. Только, мне кажется, оно... Ничего страшного. У меня на толще. Ничего страшного. Главное, чтобы длина была такая же. Все, отлично. Теперь нужно сделать фиолетовые. Такие же? Да. Все колбаски должны быть одинаковые. А потом начнется самое интересное. Прикольно. Самое-самое интересное? Самое-самое. Я уже не дождусь. Оно такое мягкое. Даже мягче, чем и салатовое, и белое. Ага. Очень мягко. Так. Все. Отлично. Ой, мне кажется, ждем остальных. Отлично. Ой, ничего страшного. Нет, не склеиваем. Толстая, средняя и маленькая. Отлично. Теперь смотрите. Берем по фиолетовой. Угу. Фиолетовая. Да. И берем по салатовой. Да. Я вам грею салатовую карамельку, угу, а вы к ней приклеиваете рядышком фиолетовую. Хорошо. Договорились? Да. Руки да. Убираем. Да. Можно уже приклеить? Да, да, да. Кому я приклеила, приклеиваем. Так. Отлично. Все. Теперь смотрите, берем свои белые колбаски. Да. Угу. Я вам грею вот здесь, сверху, да. И вы приклеиваете ее четко посередине, чтобы угу, получился треугольник. Хорошо. Руки. Руки. Не поднимай карамель со стола. Приклеиваем. Получилось? Опа. Отлично получилось. Получилось у меня? Отлично. Все молодцы, у всех все отлично. Теперь я вам прогреваю карамельку, и вам ее нужно... Она треугольная, мы с нее ничего не сделаем. Ее нужно выкатать, чтобы она стала круглой. Как круглая-круглая, да? Можно я как колбаска, да. Кому я погрела, та тает. Хорошо. Раскатываем. Вау, ух ты! Да. Так прикольно. Раскатываем где-то на вот такую длину. Хорошо.
потом будем смотрите. Делать спираль. Отлично, все. У тебя уже, в принципе, готово. Теперь не раскатывай ее, просто катай, чтобы она не поменяла свою форму. Хорошо. А вот эти вот края мы потом обрежем? Нет, мы их завернем, их не будет видно. Вот так вот? Отлично, да. Давай немножко подровняем. Еще. Нет. Все. Влад, мы только тебя ждем. Вот так вот? Нет, немножко подлиннее. Теперь начинается самое интересное. Нам нужно завернуть спиральки. Одну ладошку выложите на карамель. Ложи свою ладошку на мою. Не придавливаем, просто придерживаем карамельку. Второй ладошкой заворачиваем спираль. На себя или на себя? Без разницы. Главное, чтобы все в одну сторону. Можете на меня все, чтобы вы не путались. Так, смотрите. Да. Я обычно ложу на себя. Заворачиваем. Вот так вот? Вот так вот. Вот так вот, да? У меня отлично. Заворачиваем. Мы ее потом выкатаем. Заворачиваем. Заворачиваем. А что так криво? Ничего, мы ее потом выкатываем. Вот, смотрите. Ага. Отлично. А вот у меня одна. Отлично. Да. Вау. Отлично. Теперь смотрите. Подождите. Посмотрите, у меня... Отлично. Так, я вам каждому сейчас грею, и вы ее так же самое рассказываете. Хорошо. Да, и она опять станет колбаской. Не спешим, не давим, просто раскатываем, поддерживаем ей форму. Вот смотри, видишь, она у тебя уже практически... У меня белый цвет исчезает вообще. Нет, он будет потом. Да? Да. Ух ты! Так бы съесть. Даже не в терпеж скушать. Это... Ну, после того, как мы закончим мастер-класс, я вас всех покушу теплой карамелькой. Я украду, спасибо. Давай. У меня теперь такая длинная. Теперь будем заворачивать, давай. Будем заворачивать ее улитку. О, нормально? Вообще легко. Отлично. Я показываю на твоей. Смотрите, я вам грею. Один краешек вы заворачиваете. И до конца, вот до самого края, вам нужно ее завернуть в спиральку. Я начинаю, вы заканчиваете до конца. Подожди. Ничего, карамель прилипает, это нормально. Смотрите, у меня уже готово. Отлично, не поднимай. Остынет, и мы ничего с ней не сможем сделать. Ну, я думаю, ты мальчик, ты справишься сам. Конечно, вот, заворачивай. Получилось? Отлично. Теперь каждому из вас конфетку нужно одеть на палочку. Вот палочки. Самая-самая лучшая у меня получилась. Да, вообще. Конечно. Смотрите, я грею. Толкаю палочку на меня. Вот так. Да. Стоп. Все, оставляем. Поможете? Я всем помогу. Толкаю палочку на меня. Все, стоп. Мы сейчас поправим, пока ничего не красиво. Не нравится. Толкай палочку на меня. Ну, сильнее. Мне больше белого, типа больше зеленого. А мне больше все. Коричневого. Мне нравится. Мне тоже. Отлично, толкай палочку. Все. Вау. Давай с тобой сердечко сделаем. Давай. Цветочки, ты сердечко сделаешь. Ладно. Хорошо. Теперь смотрите, каждую конфетку нужно раздавить, чтобы она дала побольше. Я ее трею. Возьму у девчонок штофелек один нам. Так вы съесть. Влад, нельзя. Я не буду. Ай-яй-яй-яй. Ждем буквально чуть-чуть. Потому что если сразу приложить, она прилипнет. А теперь сильно-сильно давим. Сильно-сильно. Сильно-сильно. Давай. У меня силы хватит. Я тоже. Так, смотри, какая огромная конфетка. Ого! Теперь нужно каждому так ее раздавить. Держи свою. Каждому поможете, да? Да. Не поднимай, переверни ее назад. Это же такое прикольное. А после этого будем делать цветочек. А пока определяйся, сколько будет лепесточков. Лепесточков? Да. Можем сделать 5. Ну, стандартный. 6. 6? Я буду нестандартной. Ты будешь нестандартной? Все. Отлично. Вау, Лера, это тоже прикольно. Очень красиво получается. Отлично.
Аня теперь. Это грязь. Это на место. И потом можно ей кушать, да? Обязательно, дави. Еще. Отпускай. Вау. Те, кто уже раздавил конфетку, определяются, сколько будет лепесточков. Сколько у меня будет лепесточков? Как мне делать сердечко? А сейчас покажу. Смотри, тебе нужно не раздавить, тебе нужно вот так вот кончик сделать острым. Как острым? Сердечко, да. Прикольно. Хорошо. Понял? Да. Сейчас я тебя немножечко погрею, чтобы тебе было легче у работать. У меня будет 5. А у меня будет 6, я буду 7. Хорошо. 7, теперь тебе нужно заострить и сделать одинаковый кончик с двух сторон. Хорошо. 5. 6. Так. Чтобы сделать цветочек, нужно разделить карамельку на 6 частей. А нету немножко размазалось тут. Ничего страшного, потом подправим. Хорошо. Делим. 1, 2. Крышка 4, 5, 6. Вот так вот? Да, отлично. И теперь прорезаем. Давай сама. Я держу руку. Вот здесь, где насечки я делала. Еще. Еще. Красиво получается. Угу. Да, у вас тоже красиво. Еще. Переворачиваем. Еще. Дави. Раз. Наверное, тоже 6 делаем. 2. Прикольный цветочек 4. Получилось. Я тоже, наверное, 6 сделаю. А я думала, мы лепесточки будем делать для них. Нет, лепесточки это очень сложно. Да? И маленький мастер-класс это уже не влезет, к сожалению. Теперь немножко разгладим, чтобы она была правильной, красивой формы. Все, пускаем. Красота такой. Такой цветочек у тебя получился. Так. Ты его сама сделала. Красивый. Смотрите. Так, оставляем остывать. Ты можешь снимать перчаточки, чтобы тебе в ручке жарко не было. Мяу-мяу. Угу, хорошо. Давайте теперь с вами. Пять. Да. Посмотрите, может просто жарко в руке будет. А так можно снимать. Отрываем. 5, да? Да. Хочешь сама поделить? Нет? Чтобы случайно ничего. 1, 2. Карамельку всегда можно исправить. 1, 2, 3. 4, 5. Все, 5 лепесточков у тебя есть, Лен. Прорезай, давай. Считаем еще раз. 1, 2. Чтоб уже наверняка. 3, 4. И этот 5. 5. Все, 5 лепесточков готово. Отлично, немножечко его прорежем еще. У Леры больше белого, да? Ну, у каждого своя конфетка. Вы же все индивидуальны. Да, вот и конфетки ваши так. Немножечко подождем и разгладим. Самые лучшие конфеты в мире. Вот так. Все, отпускаем. О, какая красивая конфетка у тебя получилась. Вау. Прикольно. Оставляем. Мне тоже нравится. Можно 7? Можно? 7. Хоть 20. Ого. Это такой значит палец. Много-много лепесточков. Что, знаете, сколько можно желаний загадать, если я сделаю 20 лепесточков? Много желаний. Угу. 7 делаем, да? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, он какой-то большой. Поделим вот так. О, этот загладим. Карамелька это такой материал. Как пластилин. Если что-то не получилось, да. Ничего страшного, мы всегда можем это прогреть и исправить. Я тебе делаю насечки. Вам сильно тяжело это делить, когда вы делаете цветочек? Сильно тяжело делить по частям? Ну, бывает такое, что кривые лепесточки получаются. Поэтому мы делаем много лепесточков. И тогда они все одинаковые. Так, теперь нужно их хорошо прорезать. Давай. 1, 2. Опа. 3, 4, 5. Ай, подпускай. 6 и 7. И это давай немножечко. Прикольно. Вау. Прорежем с другой стороны. Не все нравится тут. Сейчас мы еще твое сердечко сделаем. Надо будет сердечко. Да. Да.
Ну, ты же у нас мальчик, будешь цветочки делать. Ну да. Теперь нужно раздавить. Давайте. Подлазим, отпускаем. О, как вот красиво. Прикольно. Оставляем. Теперь делаем сердечко, да. Ой, я хочу посмотреть. Это нам делать? Интересно на сердечко посмотреть. Чего нам не хватает нашему сердечку? Наверное, вот здесь вот дырочка. Да, дырочка. Угу. Сейчас. Если карамельку оставить надолго на столе, она да, просто прилипает, да. Ну, ясно. Это не проблема. Ее можно будет. Конечно. Мы уже купили. Немножко погреем, чтобы карамелька остыла, пока мы с девчонками делали цветочки. Да. Теперь смотри, мы сначала поправим контуры. Да. Правильно твой низ сделаем. Да. Теперь примерно делим пополам. Вот так. Угу. А теперь тебе нужно вот до моей руки прорезать. Вот так. Сильно тяжело? Да нет, вообще легко. Прикольное немножко. Сердечко. Уже похоже. Немножко. Раздвинем наши половинки сердечка. Красиво. Очень красиво. Немножко подправим. Вау. А теперь мне нужна твоя сила. Вау. Дави. Давай, Влад. О, отлично. Ого. Отпускай. Большое сердечко. Да. Подправим немножко части. Вот это Влад раздавил. Да, ну. Чтобы побольше было. Да. Вот такое сердечко. Очень красивое получилось. Отлично. Снимаем перчаточки. Да. Все? Все. Раз. Эти слаживаем сюда. Хорошо. Два. И будем подписывать дневнички. Вы у нас первый раз? Да. Да. Отлично. Дневнички. Вы уже взрослые. Можете подписать сами. Хотите? Да. Ну, да. Отлично. Классно, у меня будет дневничок. Смотрите, каждому мы выдаем вот такой вот дневничок. Угу. Когда вы придете к нам третий раз, у вас будет скидка 50% на любой мастер-класс. А на пятый раз мы выдаем дипломы мастеров. И вы, когда вырастете, вам будет 18, можете приходить к нам работать. Да? Да. Прикольно. Да? Классно. Обалдеть. А, вот, да, здесь показывается то, что первый, второй раз, потом третий раз 50%. Да, за каждый мастер-класс мы будем ставить вам оценочку. Mm-hmm. Главное, когда приходите к нам, не забывать дневнички. Не забудем, конечно. Ну спасибо. Что, подписываем? Держи. Да. Так, а как ты его подписываешь? Где просто имя свое вот здесь вот пишешь. Mm-hmm. Это я у вас забираю. А могу там смайлик нарисовать просто, если ты еще? Можешь Майя смайлик нарисовать. Да? Да, без проблем. Все легко. О, че да? Лайк. Значит, классная конфетка. Да. Нажимаем. Лайкос. Нет, мы легко нажимаем. Так сильно не надо. Я просто после карамельки. Даже попробую. Да. Нет, это легко печать нажимается. Теперь я пишу. Давай. Так. Нажимаем. Все. Чудово. Досы. У меня Анна такое солнышко. И ставь себе оценочку. Нажимаем. Все. Отлично. Теперь выбираем лайкосик. Ленточки. 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 Да. Так, мне. Мне зелененькие. Мне. Так, показываем пальчиком, я вам дам. Я хочу, наверное, подобрать конфетки. Нет. А какой вы посоветуете под цвет конфетки? Цветочек. Ну, тебе можно взять зелененькую. А можно мне вот такой вот? Тебе вот такую розовенькую? Да. Нет, можно вот такую поярче сделать. Да, давайте вот такую поярче. Мне золотую. Хорошо. Вот такую. Тебе вот эту, а да. Тебе мне вот тоже такую посоветую. Одна розовая, одна зелененькая, одна вот такая золотая. Бери ты какую-то, выбирай. Ну, вот, закрой глаза и выбирай. Розовенькую? Да. Хорошо. Как у меня золотая? Конфетки очень-очень хрупкие, они как стеклышко. Если вы их ударите случайно, они разобьются. Вкус от этого не портится, но уже не такие красивые. Ясно. А это что такое у вас? Это скотч. Специальный скотч. О, прикольно. Конфетки, единственное, чего они боятся, это влага. То есть, если вы их оставите вот так вот открытыми... Они растают. Нет, они не растают, они будут липкими. Липкие? Сейчас они не липкие. Нет? Не липкие. Сейчас нет. Прикольно. Они еще не...
немного теплая, поэтому осторожно. Так, теперь завязывать ленточкой? Да, я завязываю скотчем, вы завязываете бантики. Хорошо. Хорошо. Бантики все умеют делать? Да, конечно. Отлично. Да. Такая еще до сих пор тепленькая, так и я. А мы попросим девчонок сделать нам 4 конфетки тепленькие. Да. Прикольно. Белла, сделаешь нам 4 тепленькие конфетки? Пожалуйста. Да. Держи. Ух ты. Завязывай на ленточку. Прикольно. И моя конфетка. Да. Я хочу это очень красивый бантик завязать. Я сейчас буду все идеально. А вы пробуете? У тебя всегда все идеально. Она так тепленькая такая. Теперь у меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, здесь у меня конфеточка. Так. Отлично. Теперь отрываем наклеечку, клеим на заднюю сторону конфетки. Угу, хорошо. Угу. Так. Так. Опа, у меня упала. Ой. А, это не конфетка? Нет, не конфетка. Так, на заднюю. Так. Сейчас мастер-класс самое сделал. Так, остаток. А, вот. Так. И вот так. Вы молодцы, ребята, у вас получились классные, крутые конфетки. Мы ждем вас еще к нам на мастер-класс. Да, как минимум придем. Еще 4. Ну, вы получили. Да, придем. Хорошо. А сейчас мастерская карамель угощает всех своих поклонников. Карамелями и теплыми. Ух ты. Пятому мальчику. Он потом... Спасибо. Держите, пробуйте. Спасибо. Она еще тепленькая. Она еще даже тянется. Теплая карамелька, она сама-сама вкусная. Да, купить нельзя. Ну как? Вкусно. А вы отгадаете? А? Вкус. Отгадаете? Банан. Нет. Это тот, который только что делает? Это мед? Да. Это фрукт. Какой? Отгадайте. Фиолетового цвета. Фиолетового цвета? Виноград. Нет. Похожий на абрикос, но другого цвета. Фиолетового. Слива. Правильно. Да. Слива. Да. 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 Горячий самый вкусный. Да. А то, что ты только начал руку знаешь, она еще тянется. Спасибо вам большое за мастер-класс. Спасибо. Спасибо.